Три. Да, и мы продолжаем. Пошли. Так. Всем привет, с вами я, Лёха. И Богдан. Это наша первая серия приключений на серверах Майнкрафта. В этой серии мы будем да, тупо выживать. Выживать. Короче, у меня был скин. У меня не был скина, но теперь он у меня есть. И тут хардкорный крипер. Да, у меня был скин, и теперь он у меня есть. Ой, чё? Води! Побежал. О, какие-то два чела. Они ещё не начали заваливать. Если у меня не есть, то они маленькие. Нет, они такие же, как и мы. Валим все равно, они могут... Их двое, и они с броней. А мы тоже, у нас тоже двое. Ой, это он лазит. Я его вижу. О, слушай, только давай не полетим, выходим. Да, у меня там глюки, я вижу, через стену. Не думайте, что у меня это стоит. Нет. Это просто глюк. Та-дам. Откуда? Я скин поменял. А, точнее, так у тебя есть... А, да, стоп. А, да. Блин, стой, мне надо похавать. Да, я тоже ела половину. Все, хорошо похавал. О, дай мне тогда медик. А, блин, это медик. А, у меня запасного нет, сори. Все. Но у нас есть верстач, мы можем пробовать вам копать камешку и сделать тебе каменную кирку. О, как раз шахта, давай. Не, у меня есть кирка, у меня есть. Да ну, да вот давай. Не кирка. Меч. Ну. А ну, почему, лучше уйти подальше, это... потому что... А почему, когда я... Знаешь почему? Когда я поставил себе свой скин, у меня просто игрок. У меня раньше показывал игрок, а сейчас у меня просто две скобки показывают. Я советую идти подальше, потому что сейчас, если мы будем копать, то многие шахты будут уже это... Ну, как сказать... Их уже, ну, всех ограбят. А что? Лучше подальше идти. Ну, наш дом будет забрелась. Да, не забрелась. Блина! Ой, крипер, вам. Опа, крипер. Нежданчик. Не обращай на него внимания. Я уже убил. Вот, паук за нахуй. Я хардкорный чел. Смотри, это просто, это слабок. Блин, сейчас надо. Хаут. Паук, вали нахуй. Я тебе помогу! Он уйдет, получает. Офигеть! Сколько на это времени надо, чтобы построить вот эту хрень? О май гад. Слушай, ты не то! О май гад, она еще прогрызает. Давай, пошли. Берем батон. А, у меня кости есть? Вау, я получил эту собачку. Ну, можно еще скелетом. Останови запись. А? Останови запись. Как нельзя в отель покупать? Еще не прошло время. Так, продолжаем, друзья. Да, пошли. Так. Мы отключились просто на 5 секунд. Так, пошли. Да. Пахал. Как сейчас пахал? Ну все, возьмем. Так, ну что, дровосеки? Давай дровосеки. А у меня нет. Да, может быть, к нам в пятой серии добавится какой-нибудь чубик. Мы не знаем, какой добавить. Собираем. О, я пошел наверх. А,
вообще, по-моему, не такой офигительный скин. Оу. А тебе понравился этот скин мой, который я сделал? Норм. Если ты пойдешь, найдешь то, что у тебя будет написано там это. Это где? Я? Вот я. Пошли. О, я собираюсь. Да, я даже знаю, что я сейчас сделаю. Так, перерабатываем ель. Смотри, делай. Что за мной? Ничего сейчас не делай, смотри. Делай то, что я. Делай лодку. А у меня есть уж так, мне надо делать. Тебе нужно порох? Мне? Да. У меня нет порох. У меня есть порох. А зачем ты сделал? Ну ладно. Я забираю один порох. Так, я погнал. А с тобой это вообще круто, да? Ну ладно, подожди. Так я же сказал, делала. Вот тебе. И мы отправляемся в путешествие по океану. Только если это океан. Сюда. А если это только океан? А, вот у меня так. Ты, а что? Океан. Ай, все! А! Это священное! А я по Денигу убил. Я по Дениговскую овцу убил. Серую овцу убил там. Да. Это а что? Блин, одна. Пока я ее забодаю руками, это пройдет. То я вторую серую убил. Третья овца! Моя... Пятая овца! Шестая овца! Вот это моя овца. Белая моя? Ну тут все белые. Им повезло, они не белые. У меня тоже. Все, погнали. Наверх. Есть. Теперь мы... У нас будет кровать. Пошли. Так, где? Вот я. Иди сюда, пошли. Поплыли в океан. Нам надо в океан. Да пофиг, пошли. Да пошли. Там не океан. В океане очень хорошо. Я знаю. Я знаю, в океане хорошо, но это не океан. Ну, хотя давай прыгнем. У меня супер-эпическая идея. Это река, это не океан. А потом будет океан. Но это не логично, это Майнкрафт. Конечно, поплыли. Ну, давай, я около нас так оставил. Я даже не знаю, где. Я уже около рейса. Какой рейс? Ну тут, блин. Сейчас я тебе скажу координаты. X-1006 и Z-257. Ваня, прыгай. Стоп, я тебя видел. Я не на горе, я не... Стоп, я берусь на гору. Я вообще, видишь, дерево там одинок? Ваня, видишь, я около реки. Ваня, прыгай. Ван, нам придется закончить на этом, потому что уже время подтягивать, дорогие. Нет, еще не подтягивал. У нас еще 6 минут. Я поставил нам большое время, на 20... 10 и 15, так что мне уже пора заканчивать, а то, блин, опять! Я тебя не вижу. Ладно, дорогие, всем пока, с вами был Лёха. И Богдан, ставьте лайки, подписывайтесь на его канал. Всем до свидания.